Комитет державного контроля Гомельской области проводит черговую прямую телефонную линию. Звернуться по проблемных питаниях, связанных с работой живелогадоучих объектов, жыхары региона смогут 22 снежня. Прямая линия будет работать с 12 до 13 годин. Номер телефона у Гомеля 23-83-73. Специалисты держконтроля уважливо выучат каждый зворот и конструктивную пропанову, после чего будут даны ответные рекомендации.